Депрессия ведет к изоляции. Ты смог использовать механизмы адаптации, о которых мы говорили? Я пытался. Говорил себе, что у Бога есть план для каждого. Может, я пока его не вижу. Бог? Хренов Божий план? А в Санта-Клауса тоже веришь? Хорошо, Уильям. Не поделитесь своими мыслями? Мыслями? Хорошо. Я думаю, человечество — это тонкий слой бактерий на шарике из грязи, летящем сквозь пустоту. Я думаю, если бы Бог и был, он бы уже давно от нас отказался. Он дал нам рай, а мы его истощили. Мы добыли все топливо и сожгли его. Мы поглощаем и испражняемся, используем и уничтожаем. А потом сидим на маленькой кучке пепла, выжав все самое ценное из этой планеты, и спрашиваем себя, почему мы здесь? Хочешь знать, какая у тебя цель? Это очевидно. Ты здесь вместе с остальными, чтобы ускорить гибель планеты от энтропии. Послужить хаосу. Мы черви, пожирающие трупы.